пункте пропуска Козловичи скопление грузовиков. На выезд из Беларуси собралось около 150 автомобилей. Как сообщила Брестская таможня, ссылаясь на полученные данные из Польши, такая ситуация сложилась в связи с введением в эксплуатацию нового оборудования. Наблюдается неритмичный прием грузовых транспортных средств на сопредельной стороне. Перевозчикам рекомендуют учитывать эту информацию при выборе маршрута.